На протяжении последних нескольких месяцев наша страна, регион и Михайловский район живут в новой реальности, в реальности коронавирусной пандемии. Многим пришлось уйти на самоизоляцию, работать удаленно. Но есть такие профессии, где труд нельзя выполнить дистанционно. К ним относятся работники здравоохранения и сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Викторович Шемякин и глава администрации Михайловского района Евгений Владимирович Сидоров выполнили приятную миссию. Поздравили нашу землячку Нину Михайловну Акимову с присвоением ей звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Нина Михайловна работает в отрасли 17 лет. Присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации». Это дорогого стоит, действительно. Весь район неплохо выступил на фоне всей области. В этом году рекорды в растениеводстве, в животноводстве у нас это та отрасль, которая позволяет, в принципе, сохранять образ жизни на селе сельский, в принципе. И вы возглавляете, так сказать, ответственный участок на ферме. И ту работу, которую делаете, она, на мой взгляд, одна из самых важных. Это организация процесса молочного животноводства. И та награда, которая вручается сегодня, это, наверное, для работника агропромышленного комплекса является, наверное, одной из самых важных, потому что это признание собственных коллег. Я вас поздравляю, как говорится, дай Бог еще больше наград. Руководители попросили пойти работать. Нужно было на ферму, бригадир нужен был. Я пошла. У нас коллектив очень дружный. Девчата все местные работают у нас. Тоже вместе. Мы столько, то 14 лет, то 13 лет. Все вместе так работаем. Все уже приработались. Все приработались, да. Стараемся. Побольше надоить молока хорошего качества. Раздаиваем ятелей, делаем хорошую продукцию, как говорится. Вы не жалеете, что у вас вот так сложилось? Нет, уже, понимаете, каждый день подъем 4:30, и уже привыкли мы все, как будто вот так и надо. Даже в выходной просыпаешься так же, в отпуске тоже просыпаешься. Уже организм привыкает, и мы все... Болеешь душой уже за... Заболела корова, понимаете? Не вовремя мало ли, бывают проблемы. Техника сломалась, вовремя корма не привезён. Коровы мычат, мы уже за все переживаешь. Уже переживаешь. Мы живем одной семьей, знаем все проблемы в семье, решаем вместе какие-то вопросы. Да все. От всей души поздравляем настоящую труженицу Нину Михайловну Акимову с заслуженной наградой. Благодаря труду Нины Михайловны и ее коллег, даже в такие непростые времена мы можем быть спокойны в нашей продовольственной безопасности. А Михайловский район может спокойно жить, развиваться и строить. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.